Деятельность трех крупных группировок, которые распространяли на территории региона синтетические наркотики и спайсы, пресекли в этом году саратовские наркополицейские. Об этом рассказали на брифинге сотрудники управления ФСКН региона. Возбуждены уголовные дела, а фигуранты уже арестованы. За 2014 год специалистами областной службы наркоконтроля изъято 193 килограмма наркотических средств. Из них 3 килограмма 600 граммов героина и больше 11 килограмм синтетики. Основную массу же по-прежнему составляют растительные наркотики, такие как марихуана, гашиш и маковая соломка. По другим видам есть изменения. Если брать, значит, оборот синтетических наркотиков, то тенденция идет к увеличению их присутствия на наркорынке. Неуклонно снижается, значит, распространение на территории области героина. Если брать 2014 год, за 2014 год героина было изъято всего по области 6,5 килограмм, органы наркоконтроля 3 килограмма 600 грамм. Если брать 2013 год, то героина было изъято по области чуть больше 19 килограмм, органы наркоконтроля 14,5 килограмм. Сами видите, что идет тенденция к снижению.